а вы в жизни такие же смешные, как на сцене? Знаете, на гастролях иногда бывает и посмешнее, чем на сцене. Я всегда вспоминаю свою любимую историю. Перед Новым годом раздается телефонный звонок, и вкрадчивый голос в трубке говорит: «Сергей, один очень богатый человек приглашает вас выступить у него на яхте в Греции. Вы как?» Ну, думаю, съезжу в Грецию, посмотрю, пока не развалилась. И на всякий случай уточняю: а кто еще будет? «Сергей, не волнуйтесь, будете только вы и проститутки». Я сказал: это для меня огромная честь. Я шел к этому всю свою жизнь. Только можно я на берегу уточню? Мне с ними в одном жанре...
ты ждал? Братья от меня задом. Откуда силы взялись, не знаю. Самых два прыжка догнал и сам в кабину прыгнул. Сидим. Я на заднем сидении, внутренние органы на переднем. Надо как-то разговор начинать. Говорю, на концерте у меня не были? Старший говорит, как чувствовали, билеты не брали. Нам тут счастье само привалило. Сергей, это правда? Вы? Говорю, а вы кого ждали? Винокура? Сергей, простите, а что ж вы так налегке? Ну, рассказал вам свою историю. Ухохотались они до икоты. Подбросили до Питера, до вокзала. Тут старший оборачивается и с издевкой говорит, Сергей Анатольевич, вокзал? Ну, дальше сами. Говорю, дайте хоть фуражку прикрыться. Старший говорит, фуражку одолжить не можем, а вот ремень дадим. Я как себя представил. Глухарь на нудистском пляже. Ладно, выходим из машины, и тут старший добил просьбы. Сергей Анатольевич, я понимаю, ситуация не самая подходящая, но все же... А можно с вами сфотографироваться? Говорю, простите, вы в какой позе хотите? Ладно, щелкнусь на память. И тут из-за угла появляются мои концертные устроители с одеждой. Следом бабуля с цветами. И до боли знакомый голос из-за спины говорит, это была программа «Розыгрыш». Вот-вот. Вот-вот. И они, так же, как вы, хлопают, смеются. Я тоже на камеру, как идиот. Старший подходит, говорит, Сергей Анатольевич, конечно, извините, если что не так, но вообще... Молодцом держались. Отдельное спасибо за фото. Мы его на всех постах повесим. Такая память, вы не представляете. Вы просто...